Я, короче, ребят, сам ехал, сейчас записывал вам декларацию. И поворачиваю так голову, стоит КамАЗ. Приветствую всех любителей велосипедов. Сегодняшний ролик для вас, ребята. За окном прекрасная погода, 19 градусов. Вот я сейчас смотрел на термометре. И сразу я включил телевизор. Вот он, телевизор. О, уже плюс 20. Смотрите, на термометре у меня плюс 19, а на телевизоре показывает, что плюс 20. Но это где они меряют? У меня-то Измайлово, они, может, где-нибудь в ВДНХ. Ну, короче, видите, как вот нагнетает, нагнетает, нагнетает и нагнетет. Сегодня, вроде как еще сказали, до 25-27 градусов. Жарковато, да, но дует довольно-таки порядочный ветер, 5 метров в секунду. Я думаю, что он будет компенсировать всю эту жаркость и будет, в общем, комфортно. Хочу я поехать в Терлецкий парк. Ох, и давненько я там не был. Последний раз года 4. Парк очень красивый, душевный, живописный. И вот спустя 4 года хочу посмотреть, что там изменилось. Изменилось ли что-нибудь. Вот, ехать это мне где-то минут 45, а то и 55. Находится вот у нас северный Измайлово, а Терлецкий парк как бы в южном Измайлово. В общем, это довольно-таки приличное расстояние получается. Но это хорошо. Вот. Я люблю вот так вот на велосипеде, да, ставить себе цели. Вот ставишь точку, так, хочу доехать в Терлецкий парк. Everybody, поехали. Не просто бесцельно вот так вот по велодорожкам слоняться, а когда у тебя есть цель, это вдвойне прикольный катание получается. Так, ну надо позавтракать, ребят. Завтрак у меня простенький, не стал я ни кашу, ни яичницу, там ничего такого делать себе, ни омлет. Вот, просто бутербродики, хлеб, соус сметанный с грибами, колбаска, сырок, кофеек. На десерт Милка, вот такие вот печенька. Это, ребята, акция идет в Дикси. Не пропустите. Кстати, очень печенье порядочные. Вот, ну что, сейчас мы завтракаем. И вперед поехали. Велосипед полностью готов к эксплуатации. Даже колеса подкачивать не надо. Ребят, если не жалко, установите лайчонка. По красоте, как говорится. Сквозь лес дремучий, да по велосипедной дороженьке держим путь в сторону шоссе энтузиастов. До шоссе энтузиастов доезжаем, переезжаем на другой берег, и там 10 тысяч шагов, и мы на месте. Дорога свободная. Вон он только, одинокий самокатчик, правильно? Одинокий самокатчик свернул направо. На каршеринговом самокате, кстати, едет. Он меня обогнал. Жух! Такой скоростью, аки птица. Видите, можно как вариант взять, ну, если у тебя нету в наличии транспортного средства какого-нибудь. Берешь каршеринговый самокат и катаешься. Тоже прикольно. Вот я последнее время вообще над собой удивляюсь. Ребята, какой же я стал тяжелый на подъем. Ну, сколько, наверное, не тяжелый на подъем, а забывчивость. Да, да. Вернее, забывчивость у меня. Вот лето идет, уже, ну, половина лета, считай, прошло. Приехав на дачу, у нас есть где покупаться. Там замечательные карьеры. Да и прудик есть в лесу, очень замечательный. Приди, купайся. Плавочки я все никак не куплю. Плавочек у меня нет. Плавать не в чем. В общем-то, в лесном пруду можно и в трусиках, если что. Ну, мало ли, да, мало ли. Вот я плаваю, да, в трусиках. Выхожу из воды. А все ж просветно. Просто трусы, когда обычные намочишь, оно ж просветное становится. Выхожу я из пруда, и вдруг какая девчушка. Так она увидит, мало ли, что испугается, шок будет. Девчушка лет 40-45. И вот сейчас тоже вот катаюсь на велосипеде довольно-таки часто. Блин, никак не куплю себе бейсболку. Вот смотрите, солнце припекает бошку. Припекает солнце бошку. Вот бейсболочка бы, ну, необходимо, чтобы солнечный удар не получить. Нет, все, никак не зайду, не куплю. Ну, хотя бы самую простенькую в магазине распродаж. Я вообще не фанат бейсболок, вообще шапок не фанат. Ну, надо, надо. Так, я смотрю, ребят, где бы мне на ту сторону-то перейти, а? Вот, в общем, надо мне сходить, плавочку и бейсболочку купить. Но сначала как-то попасть на ту сторону. Так, я вижу переход, но переход он вжих туда, а мне-то надо туда, ядреный. Там точно нету, там шоссе, это я знаю, там шоссе, то есть переход на ту сторону где-то должен быть там.
В общем, квест. Будем искать. А некоторые велосипедисты делают проще. Они на велосипеде переезжают на ту сторону. Дядька, видите? Но у него модный велик, шлем, все как надо. Вон гольфики модные, велосипедные. И вот он бах. И вот он уже на той стороне, блин. Что-то мне так стрёмно на самом деле. Не, да ну нафиг. Я лучше так сейчас найду. Так интересней. Так интересней переходить. Что, даже лифт есть, что ли? Или нету лифта? О, а лифт есть. Но мы с велосипедом в лифт не влезем. Ладно, пойдем пешком. В чем преимущество, ребят, алюминиевые рамы. Опа. То, что она, в общем-то, относительно легкая, и велосипед тоже относительно легкий. Ну, часто приходится его таскать через переходы всякие, туда-сюда, потом из дома домой. Вот. Я ж по лестнице таскаю. Нет. В лифт не влазит, грузового нету. Опа. Блин, ну могли бы какой-то хоть спуск-то. Вроде пешеходный переход-то модный, современный. Какую-то планочку-то сделать. Спуск, чтобы был. Ну, лифт хотя бы есть. Ну, лифт тоже прикольно. Лифт в переходе прикольно тоже. Вот. О, с той стороны я и не заметил. На той стороне стоял и не заметил. Вот как раз сразу переход. Вон он, зеленый свет, говорит, сейчас мы так и вот так. Вон. Тоже ребята едут, видите, через переход. По дороге, как тот мужик, никто не рискует. И правильно, лучше не надо. Рисковать не надо. Хотя правильнее всех перехожу с велосипедом дорогу я. На велосипеде запрещено правилами переезжать дорогу. Вот так вот нужно, как я. Видите, какой я правильный водитель велосипеда. И вот как раз нам зеленый свет. Все, нормалды. Сейчас мы на ту сторону. Ну и там, я говорю, где-то 10 тысяч шагов. Примерно. 10 тысяч шагов сколько? Примерно 8 километров. Вроде бы как. Может даже и ближе. Не. Плюс-минус. И Терлецкий парк замечательный. О, как я еду на велопрогулку, обязательно надо кому-то мне звонить. Звонит у меня телефон. Вот что самое интересное, ребят. Вот многие жители Измайлова, ну вот Матя, Батя, Шурик, житель Измайлова, Натаха, житель Измайлова, я житель Измайлова. Вот кого не спроси, Терлецкий парк, знаешь? А где это такой у нас? Ну, он как бы не близко находится от нас, да? Но и недалеко. Видите, вот велосипедной доступности. И вот я мате говорю, вот Терлецкий парк. Она говорит, а я такой даже и не слышала. Да я сам такой даже и не слышал. Говорю, вот 4 года назад чисто случайно, тоже мимо проходя, думаю, дай зайду. Ба, какая красота, какова красота. Вот, так же вот видите, практически живут всю жизнь в районе Измайлова, а многого не знают. В том числе вот Терлецкий парк. Вот он, видите, Терлецкий парк. Вот мы в него заезжаем. Вот я сейчас хоть расширю кругозор жителям Северного Измайлова, что у них находится в Восточном. Ой, да, в Южном, Восточном, говорю, в Южном. У нас тут много всяких Измайловых. Вот сразу нас встречает душевный прудик. Вот там лежит, загорает. Кто-то загорает. Такой памятник. Ну, водичка-то не сказать, что чистая, вся зеленая. Прям вон там зеленку видно. О,
Ух ты, лодочка. Смотрите, тут целый пляж, ребят. Ничего себе, но купаться запрещено. Видите, вот воду заградили такими этими заборчиками, барьерчиками. Купаться запрещено, только загорать. А волейбольчик, он имеется, это порядочно. Там вон теннисные столики. Вот если купаться запрещено, табличка, то лучше, ребят, конечно, не рисковать. Батя мне рассказывал, говорит, они поехали. Ну, у нас там в Измайловском парке, тоже в Измайловском лесу есть прудики. И там тоже стоит табличка, купаться запрещено. Естественно, никто на эту табличку внимания не обратив. Залезли в воду. Все нормально, у бати потом какие-то прыщи выступили, прыщами покрылся. Да. Хрен его не знает, что там такое плавает в этом водоеме помимо воды. Ну, вот, ребят, люди загорают, загорают, отдыхают. Даже рыбу ловят, ничего себе. Рыбка имеется здесь, порядочно. Это спасатели Малибу контролируют, чтобы никто... Не, хотя вон в воду залазит, ножки мочит, но то ножки загорающих много. Правильно, ультрафиолет надо получать. Впереди зима, зимы у нас длинные, холодные. И надо по максимуму пропитать свой организм солнечными лучами. Это же витамины, витамин D, кажется. Ну и, конечно, ребята, надо есть побольше фруктов. Фрукты, фрукты, фрукты. Каждодневно, я это и на стриме говорю, каждодневно должны быть фрукты в рационе. Вот сейчас, кстати, абрикосы. Идет акция на абрикосы в Диксе по 119 рублей. Я купил сладкие. Надо будет еще зайти приобрести. Черешня, клубника, все есть, ребята. Ну а что, что-то из шаурмочки, что ли, не имеется даже? Подумалось мне. Да нет, вон хот-доги. Шаурма, вон, пожалуйста, 250 рублей шаурма. Но я, поскольку только что позавтракал, ну как только что, 40 минут назад где-то, аппетит еще не нагулял. Ну так вон, можно, да, и шаурмочки взять. Я считаю, то, что порядочно. Так, ну мы приехали, вот еще один прудик. Тоже купаться запрещено. Что-то прям такая вода-то не фэншуйная какая-то. Зеленая, вся вон тина плавает всякая. Так прозрачная, но рыбы не видно. Да. Не, когда я 4 года назад сюда приезжал, они прям кристальные были, вот эти водоемы. Ну тут водоем на водоеме, видите, вот здесь прудик. Бах, через дорогу тоже прудик. А вон там, я смотрю, мужичок плавает, он голова торчит. Куда-то поплыл. Тут такая пристань. Монтевидео. На пристани Монтевидео девчонка-матроса ждала. На пристани Монтевидео она от любви померла. Ядрёныч. Там вон, кстати, лодочная станция подальше. Тоже так себе водичка. Вот место досуга, ребята, жителей Новогиреевского, Перовского района. Терлецкий парк. Я уверен, что если куда-то здесь зайти, здесь есть полянка с мангальчиками, шашлыками. 100% должна быть. У нас он даже есть, да, хотя у нас и не такой огромный парк. Ну, наш лес-то вот этот вот, из которого я неоднократно провожу стримы. Проводил, провожу и проводить буду. Вот, так что, ребята, чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш канал, устанавливайте лайчонка. Бывает, что я вот из каких-то природных мест запускаю стримчонка. Вон там лодочная станция. Тоже людей много загорает.
Посмотрим, почем лодки. Что-то никто, хоть лодочная станция есть, а на лодке никто и не плавает. 800 рублей 1 час и 600 рублей 30 минут. Не сказать, что бюджетно-то ехать. 800 рублей час. Ну, не знаю, дорого это или не особо. Ребята, отпишитесь, пожалуйста. Ну, час, представляете, это же как долго. Вроде бы и всего лишь час, но на самом деле это долго. Если у тебя вестибулярный аппарат не фэн-шуй, например, как у меня, тут за час себя так укачает. Ну, если так, на 300... Вот кто мне в глаз сейчас залетел? На 30 минут взять за 600 рублей, ну, в общем, наверное, нормально, довольно-таки романтично. Один же не поплывешь, да, надо невесту с невестой. Взял невесту, взял лодочку, 600 рублей, 30 минут, ну, нормально, идеально. Часто многовато, конечно, за час, я говорю, за час укачает. Да и скучновато станет тут. Ну, туда сплаваешь, сюда сплаваешь. Потом опять туда, ну и вот тебе 30 минут, и достаточно. Этого достаточно. Но смотри, на лодке никто не катается. Очень много загорающих ребят. Ну и здесь, не, здесь он мужик, он плавает, видишь, уже до середины доплыл. Мужичок плавает. Кстати, я что-то вот иду, я не видел, вот именно на этом пруду я не видел таблички «Купаться запрещено». Так что, может быть, вот здесь можно купаться. Специально его сделали, вот этот купательный прудик. Ну хорошо, хоть где-то можно, хоть один есть, можно покупаться. А то что, кругом вода, вода, кругом вода, купаться нельзя, да, получается. А так вот, там позагорал, здесь покупался. Я считаю, то, что порядочно. Так вот, туалеты, да, я, кстати, хотел тоже задаться этим вопросом. Имеется ли гальюн? Имеется, вот бесплатные туалеты, пожалуйста, кабиночки. Ну и, в общем, вот так вот шел я, шел, обогнул и обратно к тому же выходу пришел, откуда я зашел. Ну, вот такой вот парк Терлецкий. Вон там вон теннисные столики, ну, в общем, и тренажеры, вон там вон есть тренажеры. В общем, можно и спортом позаниматься, и отдохнуть, и позагорать. Вон уточки. Ну, прям одна зелень, видите, плавает, одна зеленка. Бутылки, какой-то мусор, пакеты вон плавают, целлофановые. Не чищено. Обращаю внимание. А невесту, да, вот все мне ноют на стриме, ребята. Вот, ну, невесту, не знаем, где искать. Вот где, на пляже. Там невест, ребята, видимо-невидимо. Ну, надо тоже как бы немножечко так поднатореть, подкачаться, да. Одеть стринги модные, плавочки. И вот ходишь туда-сюда, туда-сюда. И обязательно на кого, кто-нибудь на тебя внимание обратит. Обязательно спросит. Мужчина, время не подскажете? Или мужчина, мороженым не угостите? Не вопрос. Не вопрос. Только у меня на карточке, вы не знаете, там карточки принимают. Там палаточка мороженое. Ну, если даже не принимают, переводом. Все, порядочно, пойдемте. Угощу вас. Вам какой, эскимо или стаканчик? И вот, понимаете, и завязалась беседа. И завязалась беседа. Я вот, видите, тоже приехал без плавок. Потому что я их все никак не куплю себе, не заеду, ёхнуть. А так бы, может, я бы тоже сейчас снял бы с себя одежу. Видите, у меня вот эта футболка, честно сказать, мне вот этот рисунок вообще не нравится. Рибок, да, надпись нравится. А рисунок не нравится. Эту футболку я покупал, ну, в магазине Рибок. Это фирменная. Какой-то рисунок. Непонятная какая-то звезда или что это. Вот. Но эта футболка, она очень классная. В ней вот прям едешь и не потеешь. Реально. Едешь, не потеешь. Ходишь, не потеешь. То есть сделано очень здорово. Но фирменная, да? Вот. И мне так вот, мне прям удобно. Там были всякие желтые, зеленые, синие. Ну, я синюю взял. Вот. Надо было, честно сказать, тогда брать две. Кто бы знал, что Рибок. Everybody. Так, ну вот, ну все, ребята. Вот так вот мы прогулялись в Терлецком парке. Всем жителям района Новогиреево, Перово, большой привет от души и сердца. А там вот ночной ресторан. Можно позагорать, покупаться в ресторанчик, потом сходить. Стояночка есть, видите, здесь можно машину поставить, бесплатная.
бесплатно все, пожалуйста. В общем, нормально. Правда, я что-то смотрю, свободных мест особо нету здесь. Ну, подождать. Ну, или где-нибудь вон там вон поставить, да и все. Можно на машине сюда приехать. Все душевно. Все красиво, все душевно. Единственное, только, знаете, как-то я расстроился, то, что, ну, водоемчики, не сказать, что они чистые, да, вот эти прудики. Конечно, такое ощущение, что не ухаживают за ними, что ли. Уже лето на носу, должно быть все чистенько, гламурно и пафосно. Ну вот. Я покажу вам здоровую Москву, написано на плакате. Бурновский пальцем тычет. Я вам тоже, ребята, видите? У меня один сплошной ЗОЖ ядрен. Открылась, ребята, в наших пенатах вкусная точка. Кто-то скажет, да сколько ж можно? Потому что какую благоразацию не посмотрю, вкусная точка, обзир. У каждого почти найдется. Да и у нас уже есть предыдущий ролик-то. Матя, батя дегустировали, пробовали. Вот, но я, знаете, хочу заехать. Особо есть не хочу. Но все равно заеду. Мне интересно роллы, да? Есть бургеры. Не суши роллы, а ролл. Ну, типа как шаурма. Роллы там продаются. Посмотреть. Ну, если продаются, забрать. Если забрать, то попробовать какой-нибудь рольчик. Мне интересно. А вот, раньше был Макдональдс у нас в Южном Измайлове здесь. Вон там он. Теперь стал вкусная точка. Можно, кстати, по пути заехать, Хундай себе купить. Если кредитную карточку дома не забыл. Заехал, Хундайчик купил. Во вкусные точки зашел, обмыл, порядочно. Нормально, я считаю, что нормально. Так, ну вон она там, вся в шариках. Сделали дизайн красиво. Сейчас вот мы посмотрим, роллы. Я, знаете, может быть, даже я в МакАвто или велик где-нибудь там привязать. Ладно, сейчас глянем. Что-то велик особо негде. А, ну вон можно там. Ладно, я лучше так это сейчас. Я ж что, на транспорте? А, он ролл, я вижу, ролл. Сейчас говорит, Цезарь ролл, о, мой любимый. Сейчас ответит мне, нет. Комбо он. 271 рубль. Комбо с грандом. Гранд чизбургер, наверное. Биг спешл, о, уже стоит 269 рублей. А три дня назад стоил 200, ребята. Это была акция. Акция закончилась, но согласитесь, 269 тоже недорого, в общем-то. Шаурма 250 стоит, да? В Терлецком парке. Здрасте, а будьте добры, ролл, Цезарь ролл и, ну, и напиток в бутылочке. Извините, пожалуйста, мы не можем принимать на самокате. А я не на самокате, а на велосипеде. На велосипеде тоже нельзя, да? Ребят, монтирую для вас видео и обнаружил то, что файл не записался. То есть он записался, но он получился битом. В том файле я говорил о том, что вкусная точка авто, если вы подъедете на самокате к окошку, вам не продадут. Идите внутрь, идите в сам ресторан. А на велосипеде, кстати, можно. На велосипеде, мотороллере, мотоцикле можно подъехать к окошку. Вкусная точка авто. Спокойно вы заказываете, оплачиваете, все нормально, ну как на автомобиле. На самокате нет, а девушка подумала, что я на самокате. Ну она видит, я так вот, да, просто. Она подумала, что я на самокате, а я был на велосипеде. А то мне ей сказал, она говорит, а, понятно, все, пожалуйста. Что надо, ядреный Цезарь ролл. Вот, ну короче, ребят, я забрал Цезарь ролл. Поехал в лесок, где тишь да гладь, да благодать. Ветра нету, хорошо, тенек. И записывал для вас файл, и у меня случилась беда. Блин, я не знаю, жива ли моя камера. Я-то жив, блин. Камера очень далеко улетела. Ой, блин. Я, короче, ребят, сам ехал, сейчас записывал вам декларацию. И поворачиваю так голову, стоит КамАЗ. Я резко нажимаю на передний тормоз. На передний. И через велосипед кубарем.
Ой, блин. Очень сильно упал. Блять, только бы камера была жива. Камера отлетела, она поцарапалась. Я даже не знаю, вот вроде записываюсь, но в каком это будет качестве, я узнаю только дома, блин. Очень жалко, если у меня эта камера сломается. Велосипед вроде жив. Вот, ребята, будьте осторожны, не теряйте бдительность. Ой, блин. Ё-моё. Да, вот что с ним будет? А, ну вот, поцарапался. Поцарапался, здорово. Видите, я прям реально сальто мы сделали. Вот еще царапина. Боевые шрамы начинают появляться. Через год эксплуатации вот поцарапалась. Пипец, конечно. Да, но если камера выживет после такого падения, то я просто памятник поставлю фирмы Sony. Она очень здорово у меня улетела. Печально будет. Блин, ну велик. Велик тоже пострадал, поцарапался. Но надеюсь, что все переключалки работают. Сейчас проверим. Вот так вот. Благерить, ядреность. Опасно для здоровья порой бывает. Вот тоже царапин. Ну, руку немножко. Это все фигня. Блин, честно, я думал ногу сама. У меня нога так между рамы попала. Между рамы попала. Благо так вот удачно. Не перелом, ничего. Главное, вон люди сидят. Вон мужик стоит, смотрит. Все это видели. Никто не подошел и не спросил. Вы не ошиблись? Не, вы не ушиблись? Вы не ошиблись ли тормозом? Блин, а? Бывает же такое, а? Блин, аж это вывернулась штука. Офигеть. Ну, надо будет ее открутить, переставить. Это не трещина. Ой, бля, кошмар. Видите, ребят? В общем-то, у меня опыт есть. Вождение велосипеда. Катаюсь второй год, да, как бы. Второй сезон. Но все равно ошибки. Ошибки бывает, что допускаешь. Эти ошибки могут быть очень неприятными. Очень. Ой, кошмар. Ладно, ну что, поехали, попробуем. Я все иду пешком, блин. Хромаю. Блин, еще рюкзак у меня, думаю, что-то такое. Думаю, что-то такое. У меня рюкзак разъехался, вон молния эта. Благо тут две застежки. Одна отлетела. Вообще, как он не порвался весь-то, блин. Так я грохнулся-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вроде катится, скоростя переключаются. А вот, слава богу, только... Ну, вроде нормально все, звонок работает. Конечно, эпично бы было, если бы я заснял момент падения, но камера у меня улетела, как будто выстрел. Бах, и туда он куда-то. Др-р-р, только слышу. Велик на меня, блин. Я через велик, он на меня. На мне лежит, я его... Я вылезти из-под него не могу, ногой оттолкнул. Я говорю, народ стоит, вот смотрит. Кошмар. КамАЗа-то я и не заметил. Ну, представьте, я вот так вот, вот записываю декларацию, да, голову поворачиваю, и КамАЗ. А я вот камеру отключил и руку положил на левую ручку. А в руке камера была. Не успел ее в рюкзак убрать. Положил руку вот так как-то. Вот так вот как-то. И КамАЗ стоит. И я резко на тормоз. И он, ядреныть. Представляете, какая была сила удара. Я не могу вручную обратно поставить переключалку. Приходится откручивать ее. Так вот, да, поцарапанная. Ну, шрамы украшают мужчину и велосипед. Знаете, вот я иной раз так вижу велосипеды у чуваков, все такие пошарпанные. Я думаю, ну как так можно, ядреность, технику? Я вот все время там тряпочкой протираю, влажной салфеточкой. А вот так вот оно и случается.
так оно и случается, падение. А вот, ну что, давайте... Давайте праздновать, Идрён, что ничего не сломал я. На стриме, кстати, поднимали тему передних тормозов. И Лизочка Симпсон, ей большой привет, говорила, что когда она каталась на велосипеде, была маленькой девочкой, папа ей передние тормоза вообще отключал и правильно, в общем, делал. Да. Пострадал Цезарь, ролл мой. Ладно. Ой, блин. Что-то так ноги стали. Вот здесь вот ляшечный. Мне как раз вот сюда, вот, вот эти места упал велосипед на ляшечке. Так болят. Знаете, сейчас, видимо, вот этот эффект, да, или как это называется, проходит. Палец начинает болеть, блин. Кстати, я заметил еще, ребят, кирдык моему рюкзачку. Отвалилась эта защелка. И вот тут вот порвалось. Блин, надо как-то зашить или в ремонт отдать, я не знаю. Так он мне нравился, этот нравится. И до сих пор нравится этот рюкзак. Блин. Так, ну чё? Цезарь ролл, да? Вкусно и точка. Как-то видите, сразу не пошло у меня, да? Мне говорят, а вы на чем? На самокате мы вам не продадим. Лучше бы они мне не продали. Ну ладно, вот так вот выглядит, ребята. Ой, ваше здоровье. Ну, за здоровье берегите себя. Понимаете, я ведь всегда помнил про эти передние тормоза. Вот чисто инстинктивно взял и нажал. Всегда помнил. Вот я обычно торможу сразу двумя. А тут что-то прям так нажал. И скорость-то... Ну, вообще приличная у меня была скорость. Хоть колесо не погнулось, ни переднее, ни заднее. Мне кажется, если бы колеса у меня были большими, видите, они небольшие колесики, какой-то диаметр-то я так не скажу, но они меньше, чем стандартные велосипедные. Мне кажется, если бы были как стандартные, могли бы и погнуться. А если колесо погнется, у меня вот на стелсе на прошлом было такое, тоже, ну не я, правда, упал, погнулось колесо, и у меня всю жизнь этого стелса обод цеплялся за колодки тормозные. И ты как бы ехал, вот прям капельку, и ты ехал и как бы чуть-чуть подтормаживал. Нормального наката не было. Но я его потом так и продал. Ну что, ребят, Цезарь ролл порядочный. Установлены там, на, ну, эти стрипсы, да, стрипсы. Или это наггетсы. Скорее всего, это наггетсы. Наггетсы, соус, салат. Не знаю, может, айсберг или не айсберг. Помидорчик. Ну, в общем, порядочно. Ну, ролл вообще не изменился. Вот какой был, реально такой и остался. Он и называется, да? Кстати, где у меня чек? Вот, чек не потерял я. Так. Цезарь ролл, да, так он и называется. 179 рублей он стоит, ребят. И Кока-Кола 0,5, 109, офигеть. Тем, кто кушает, приятного аппетита желаем. Тут тоже болит, что-то у меня тут есть, да? Ну, не болит, а щипит. Зато будет что вспомнить. Понимаете, грудничок, когда, ну, упал, посмеялся, встал, посмеялся и дальше побежал. А когда ты уже в таком возрасте грохнулся, о-о-о, это теперь на месяц вперед обсуждение. Блин, ну спасибо, велик, он на меня упал аккуратно. Я говорю, у меня, понимаете, нога вот, еще раз покажу, вот сюда вот между вот этими вот так вот попала, то есть, ой, ёпт.
мог бы быть перелом. Реально, если где-то по суставчику, да? И я валяюсь, понимаете, и на меня смотрят. Я вижу, вот этот мужик у КамАЗа стоит, смотрит на меня. Ребят, ни в коем случае не игнорьте. Если вы видите, кто-то так вот шлепнулся, надо бежать, помогать. Потому я еле этот велик с себя вот так вот, ну, сдвинул. Он на мне лежит, блин, он так вроде не тяжелый. А когда ты упал, и он, и велосипед у тебя сверху валяется, он кажется прям, как будто он тонну весит. Может, тоже передние тормоза отключить эти к ядреням. От греха подальше. Чисто инстинктивно я на них нажал. Ладно, все, проехали с этой темой, ребят. От души и сердца. В общем, Цезарь ролл мне нравится. Шаурма сейчас стоит 200, а то и 250, а это 179. Как замена шаурме, я считаю, то, что порядочно. Слава богу, поправил. У меня еще, ребята, руль тоже, ну, чуть-чуть в крип ушел, видите, он был не вровень с колесом. Поправил, теперь стал вровень. Ну, вот эта переключалка тоже вниз ушла, звонок, короче, как-то сразу не заметил, а поехал, и вот смотрю. Короче, вот тоже, видите, покоцано. Короче, все поправлено, все исправлено. С великом все нормально, катится нормально. Колеса не погнуты, что самое главное. Вот, ребят, ну что, буду заканчивать мой вложенок сегодняшнего дня. Так бы я получил несказанное удовольствие сегодня от моей поездки. Но ложка дегтя получилась. Ну ладно, бывает. Ребят, давайте не будем равнодушными. Я говорю, вот, ну мало ли что, это я легко оделся, можно сказать, да? А если бы у меня перелом был, да, я бы со сломанной ногой орал бы там, помогите. Ну, может, если бы заорал бы, тогда бы помогли еще кое-как. Вот. Но все равно, я бы сорвался, если бы человек упал, я бы сорвался, подбежал бы, помог бы, чем мог. Вот, давайте не будем равнодушными. Это важно. Ребят, подписывайтесь на канал, устанавливайте лайчонку, заходите на стримчонки. Они у нас проходят регулярно практически. Ну и если кто-то хочет поддержать меня, рюкзак, велосипед, Цезарь ролл и звонок, вот этот модный, который, кстати, работает, если ничего не случилось, ссылочка на донат в описании к этому видео. Все, я домой. Ляшечные лопасти болят у меня. Ляшечки отбиты. Но ничего, все, что нас не убивает, делает сильнее. Все, ребят, пока-пока. Увидимся.